Всем привет! Вы, наверное, уже соскучились по новому топу, посвященному самым дорогим автомобилям. Это канал Грея Билса и топ 10 самых дорогих автомобилей в мире. Поехали! Да, и еще, вы имеете уникальную возможность насладиться моим великолепным английским. На 10 месте нашего топа расположился Bugatti Chiron. Имея бак объемом 100 литров, данный супермен среди спорткаров способен двигаться 9 минут при условии, что все это время он будет держать стабильную максимальную скорость, которая составляет космических 443 км в час. Это чудо оценивается в скромные 2 миллиона 700 тысяч долларов. Девятое место нашего рейтинга прочно закрепилось за Pagani Huayra BC, который обладает максимальной скоростью в 370 км в час. Имея под капотом мерседесовский движок V12 Biturbo M158, Pagani Huayra BC способна выжать 100 км в час за 3,3 секунды. Это добро стоит всего-то 2 миллиона 800 тысяч зеленых. Ferrari Pininfarina Sergio решила остановиться на 8 месте нашего топа. Данная машина была выпущена в очень маленьком количестве, менее 10 штук, которые разошлись как горячие пирожки с котятами на вокзале. За 3,4 секунды эта машина достигает скорости в 100 км в час, при этом максимальная ее скорость составляет 320 км в час. Стоимость машины 3 миллиона баксов. На 7 месте расположился Aston Martin Valkyria, имеющий не только фантастический внешний вид, но и приличную максимальную скорость – 402 км в час. Авто будет выпущено всего в 150 экземплярах, а стоимость машины составляет 3 миллиона 200 тысяч долларов. Bugatti Veyron Mansory Viver притормозила на 6-й ступени нашего хит-парада самых дорогих в мире авто. Это все тот же Bugatti Veyron, только с более вызывающим внешним видом и дополнительным количеством выебонов. Все те же 1000 лошадей под капотом, все та же максимальная скорость 407 км в час и все те же 100 км в час за 2,5 секунды. Отличие от оригинала – цена 3 миллиона 400 тысяч долларов. На 5 место припарковался Lican Hypersport, обладатель максимальной скорости в 395 км в час. Этот почти бэтмобиль способен разогнаться до 100 км в час за 2,8 секунды. Его стоимость, как и прошлой модели, составила скромных 3 миллиона 400 тысяч долларов США. Четвертое место заслуженно зарабатывает McLaren P1 LM. Машина способна разогнаться до 100 км в час за 2,8 секунды. До 300 км в час машина разгоняется за 16,5 секунд. Стоимость McLaren P1 LM составила каких-то 3 миллиона 600 тысяч долларов. Серебро, а по совместительству и третье место нашего топа занимает настоящий футуристический спорткар Lamborghini Veneno Roadster, который способен разогнаться до 100 км в час всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость этого космического корабля на колесах составляет 354 км в час. Стоит это чудо всего-навсего 4 миллиона 500 тысяч долларов США. Бронза достается Koenigsegg CCXR Trevita. Это суперкар, который имеет куда более скромный вид, нежели несколько его собратьев других марок, которые мы уже рассматривали в данном топе. Тем не менее, этот автомобиль способен достичь загробной скорости в 417 км в час. Но стоит это чудо техники всего ничего. Каких-то обоссанных 4 миллиона 800 тысяч долларов. Первое место и золото нашего супердорогого топа достается Sweeptail от Rolls-Royce. Это воистину уникальный автомобиль, который разрабатывался компанией Rolls-Royce специально под заказ жирного кота, чье имя не распространяется. Этот автомобиль существует в одном единственном экземпляре. Точные характеристики машины не распространяются, но известна сумма, в которую этот автомобиль обошелся нищеброду, не распространяющего своего имени. Это бомжатские 13 миллионов долларов. На этом, пожалуй, я буду завершать данный выпуск, так как чувствую, что меня начинает душить жаба. Причем бесплатно.
Это был топ-10 самых дорогих автомобилей в мире на канале Грея Билса. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Всем удачи и пока!